Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Киллер, Серега, Фантом, как всегда, очень много подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная карта, очень страшный лес, и мы будем убегать от SCP. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Все, поставил пока мисс три штуки. Ну все, ждем, они сейчас к нам придут. Я начну. Ладно. Режим включил. Блин, но он так криво работает, не буду его включить. А я у костра посижу, это буду тут сидеть. Серега, ты готовься. Да я готов уже. Они к нам идут, я слышу уже их ближе. Ого, у тебя фонарик мощный. У меня по сравнению с тобой писюлька. Да, висюлька-писюлька. Я знаю, какой ты мод взял. Оружие. Так, сейчас, я знаю этот мод. Я его с детства. Вот он. Серега, смотри. Ого, на лупашут. Так, почему-то они к нам не идут. Идемте, мы их найдем. Хорошо, так, давайте я еще поставлю. По секрету хоррора разделимся все. Да-да-да, как в фильмах. Хорошо. Хорошо. О, музыка пошла. О, Димас, вот они стоят. Идет за мной. Все, пацаны. Я поставил чуть-чуть больше, надеюсь, они к нам путь найдут. Да, они нас видят. Начинается выживание. Я буду их в огонь загонять. Ребята, я бегу. Они за мной идут. Серега, мы возле костра тусуемся здесь, у нас лагерь. Прыгаем через костер. Мама! Пацаны решили сегодня разойтись. Ну вы их так не убьете. У них очень много жизни. Слышь, вы что все за мной прыгаете? Че идете? Опа, если бед одного сожрал. У нас тут сейчас зомби появятся. Ой, это будет сейчас лес, еще и зомбаки будут. О, Серега, я эту фишку выхватил. Отлично, мы с тобой самые умные, да? Да. Посидим. Пацаны, осторожно, сзади зомби идет. Очень медленно, но он идет. Ай, кто это гранатами кидает? Хорош, то в голову стрельну. О, красавчик. Ого, раздуплейшн. Так, а есть еще? А, вот зомбак был. Вот еще зомбаки. Они наступают. Так, это был самый легкий из цепи, вы понимаете? Да. Он встает, смотрите. Вы его убили, он встает. Это что, они бесконечные, что ли? Эти тоже встанут? Встанешь, не? Я их в кусты, короче, отбрасываю. Пошел отсюда, щенок. Так, ну что, давайте. И ставлю еще, а то вы раскидываетесь. Так, давайте здесь поставим подальше. Ого. Тут целая поляна здоровенная. Так, и не хочется, чтобы было жестко. Ну, не хочется, чтобы было слабо. О, в темноте вообще жир. Так, а что они будут делать? Просто стоят? Хорошо. Такого поставим. Несы, несы, пацаны. Димас, кого ты там поставил? Да никого. Смотри, как они идут. Как это, ниндзя из Mortal Kombat. Ой, спасибо, извини, Серега. Извини, кстати, Димас, это было не так уж-то и больно. Я думал, будет больнее. Да я любя, Димас, я любя. Поэтому и не больно. Так, давайте оружку возьмем с этого пака. Оно реально крутое. Так, чё я моргаю? Пацаны, а вы где? Ой, по мне стреляет кто-то, алло. Успокойтесь. О, побежал, побежал. Тут кто-то бегает. Я, короче, буду это, в припрыжечку. Только не убивай меня, Серега, больше, хорошо? Хорошо. А он бегает, да, лупашит с щупальцами? Да, с щупальцами ставится, потом
больно всем становится. Ты сказал, что я, Серега, слабых ставлю? Да, может, давай я? Не, давай я. Ну, давай. Я просто буду контролировать ситуацию. Хорошо, все, Серега, хватит гуляться с вами. О, все. Только не отворачивайтесь. Они не убиваются, да? Не убиваются. Ничего не видно. Моргаете, да? Чё-то никто не умер ни разу. Я вообще побежал куда-то. Не, нифига, Серега. А, не, получается, один упал, значит, умирают. Да. Так, подожди. Оружие. Можно гаечным ключом по башке? О, смотри. Видишь? Блин. Ого. Что-то чудите неимоверно. Я тоже так люблю делать. Что за 80? Давай еще раз за ключок по башке. Меня какой-то 87 убил. А кто тут такой? А кто? А, да, я ставил их там разных. Так, я в безопасном помещении появился. Да ё-моё, хватит взрывать всё. Чё-то слабенько. Слабо? Да. Хорошо. Замочи. Не хотел Серёга этого делать. Нет, сейчас ты смеёшься, хорошо. смейся, давай. Я просто два поставил, не знаю, что будет, посмотрим, если два будет. Немножко стрёмно. Я знаю, что они сейчас выйдут с любой стороны. О, начал уже кого-то мочить. Ого! Он горит! Уничтожили. Уничтожение века. Серега, осторожно! Сирены. Ночью вообще круто смотрится в лесу. И пошел. Тут несколько, что ли? А, да, я забыл, я три штуки поставил, а не один. О, они увидели нас, пацаны. И которая нельзя управлять. Ой-ой-ой, я текаю, Димас. Нельзя управлять, надо, чтобы NPC нас мочили. Потому что только NPC в темноте видят. Он за мной. Оторвался? Нет, он за мной идет. Вот сюда. Вот тут вот. Я выживу. Так. Вот он, вот он, вот он. Все, он не может пройти. Пацаны, вы где? Мы тут у костра стоим. Получается? Да. Слабо, но получается. Так, сейчас, пацаны. Оружие. Надо что-то такое взять, чтобы было ярко видно меня. Меня видно? Ого, там в лесу взрыв. Не, это слабо. Да, ну кстати, я не убил сиреноголового. Он сейчас сюда придет. Ждите, ждите, он идет. Так, сейчас придет. Красивые эффекты, кстати, от бомбы. Мне нравится. Разработчику респект. Так, Серега, я тут буду стоять с тобой. Он идет? Не знаю, его не вижу. Может, умер? Нет, он жив. Да вот он идет. Ой, я его слышу. Да я его вижу. Вот а он. Я нет. Он пытается меня наступить, но у него не получается. И чё? Ого, пацаны, легче. Сыкотно. Обойдет. Так, пацаны, вы его разозлили.
Ой, красиво. Давай я тоже возьму оружку классную. Давай, наваливай, пацаны. О, Серега, извини, я не хотел. А, я живой, я думал, я умер. Меня схавали. Вот это они мочат. Мама. Что-то они жесткие, да, Серега, вообще? Может, пора устроить водопу? А ну давай, только что такое, чтоб огонь был. Да нифиг делать, сейчас будет. Вот он идет. Отвлекайте пока. Я его замочил. Сейчас я слышу, еще один где-то идет. Потому что звуки издает. По лесу ходят. Сейчас все будет. Я его слышу, вот там где-то. Блин, да где-то идет. Вы его слышите, сирену? Да. Я не то, что... Понеслась, Димас. Давай. Ого. Ого. Да, это что-то яркое. Надо отлететь подальше, пока меня еще раз не замочило. Мне второй раз вряд ли замочит. Маску одеваешь и все. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!